спину гармонь пошире, пусть девчата ревают, что вас знаю во всем мире, как мордовые живые. Веселые напевы, звонкие голоса и, конечно же, звуки гармони. Дворец культуры приглашает посетить праздник народного творчества «Играй гармонь Саранского». Участники концерта сыграют народные мелодии, песни, частушки и пьесы современных композиторов, стилизованные под фольклор. Городской праздник «Играй гармонь Саранская» проводится уже традиционно и много лет подряд. Наш праздник «Играй гармонь» – это праздник народной души. Хорошая настроение гостям праздника подарят гармонисты, исполнители песен и частушек и творческие коллективы из Саранского, Рузаевского и Калугинского районов. Принимать участие в фестивале будут и профессиональные музыканты, и гармонисты-любители. Жизнь моя началась с детства, с гармонии. Я никогда не знал ни ноты, ничего. И уже вот на 9-м году жизни, уже 80 лет, я все играю. «Играй гармонь Саранская» объединяет людей разных профессий, национальностей и возрастов. С каждым годом интерес к празднику гармонь возрастает и у участников, и у зрителей. Этот праздник является любимым праздником для наших горожан. Когда невозможно купить билетика на этот праздник, когда нет места в зрительном зале, все ждут этого веселого праздника. Праздничные концерты пройдут во Дворце культуры 27 января в 13 и 17 часов. А тех, кто не успеет посетить фестиваль в субботу, ждут 28 января в кинотеатрах «Луч» и «Россия». Начало в 13 и 17 часов. Екатерина Журавлева, Александр Зюзяев. Наши новости.